Пожар уничтожил новую транспортерную галерею на угледобывающем предприятии в городе Киселевск Кемеровской области. Горело так, что дым было видно в соседних городах. На ленте было установлено новое оборудование, рабочие даже не успели им воспользоваться. Всего несколько минут хватило для того, чтобы транспортерная галерея рухнула. На месте ЧП работали 3 отделения пожарной охраны и 2 машины с горноспасателями. По предварительной информации, никто из сотрудников фабрики не пострадал.